Спасатели американского города Тампа, которые находится на побережье Атлантики, стали свидетелями необычной дружбы в мире животных, хотя все начиналось с самого заурядного вызова, который не предвещал ничего интересного. На номер 911 поступил тревожный звонок. Гуляя с хозяевами вдоль набережной, собака заигралась и упала в воды залива, а поскольку набережная оканчивалась высоким обрывом, то животное нельзя было извлечь самостоятельно. Когда спасатели прибыли на место, то их взору открылась удивительная картина. В воде возле собаки кружило нечто большое и загадочное. Присмотревшись внимательнее, люди поняли, что это ламантин. Он все время плавал возле барахтающейся в воде собаки. Со стороны казалось, что таким образом он пытается успокоить тонущего друга, как бы говоря ему, что помощь уже близко, рассказал один из спасателей. Пока спасатели извлекали собаку из воды, ламантин все время плавал рядом с ними, и лишь удостоверившись, что четвероногому другу уже ничто не угрожает, уплыл во своясе. Спасенную собаку тотчас же отдали радостным хозяевам. Уверен, что теперь они не будут подпускать своего любимца близко к воде, и всякий раз, проходя возле набережной, будут вспоминать Ламантина, который пытался помочь их собаке. Животные в который раз показывают людям пример необыкновенной человечности. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал. Где найдете еще много интересного?